Что хочет женщина? Увы, никто не знает. Порой не знает и она сама. Конечно, чтоб любили, чтоб желали, чтоб кто-нибудь по ней сходил с ума, чтоб восхищались внешностью при встрече и провожали, долго глядя вслед, чтоб был нетруден день и долог вечер, и чтоб лицо скрывало сколько лет, чтоб по ночам мужчина симпатичный ее в своих объятиях сжимал и очень нежно, очень романтично о женской сути ей напоминал, чтоб утром стать бессовестно счастливой и, смыв под душем сладостную лень, понравиться самой себе красивой и, улыбнувшись, встретить новый день. И чтоб была работа без напряга, чтоб можно поболтать и покурить, и чтоб начальник был не хам, не скряга, платил бы так, чтоб можно было жить, чтоб средств хватало одеваться стильно, убогие копейки не считать, быть модной, элегантной, сексапильной и цвет волос талантливо менять, чтоб слушали, почтительно внимая, когда она о чем-то говорит, чтоб за ошибки сильно не ругали и не держали на нее обид. Желаний женских всех не сосчитаешь, их список фантастически велик. И сколько ни гадай, не угадаешь, что женщина захочет через миг.